Тысячи детских писем со всех уголков необъятной страны устремляются в далекий северный край, где каждое новое сообщение принимают лично Дедушка Мороз и Снегурочка. Внученька, смотри, еще одно прекрасное письмо пришло. Давай скорее посмотрим. Привет, я Ульяна Калькина. На острове солнце, день чудесный. Еще ты дремешь, дух песни. Папа красавица, почнись. Огонь замкнутый, мега и зол. Навстречу длинной обувы, звездой севера явись. Поздравляю всех с Новым годом. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй, моя хорошая. Я внимательно следил за тобой целый год. В этом году ты была очень послушной девочкой. Молодец, радуешь дедушку. Продолжай заниматься любимым делом и добиваться успеха. И в новом году мы обязательно будем тобой гордиться. Твой подарочек уже готов. Все, как ты просила. Все мои помощники старались угодить тебе и сделали все на высочайшем уровне. Свой подарочек ты найдешь под елкой. Здоровья, удачи и благополучия тебе и твоим родным! С новым 2021 годом!